Привет всем, с вами канал The Big Lazy Small House. Сегодня у меня садовые новости. Ну, во-первых, тут у меня зреет стрелочка Missing Angela, папа Flame Damodeus. У меня кумкват скинул листья и начал растить новые. Также здесь у меня потихонечку зреет черника-голубика, понятия не имею кто. Тут же цветет гранат вовсю. В это время года он главный сорняк. Вот цветет еще одна. Вернее, зреет одна головка. Это местный краснёк. Так, тыква все засохла. Жарко слишком для нее. Идет капельный полив. Руди делает вид, что он голодный. Я к чему иду сюда? Здесь у меня сегодня у меня будет уборка, а здесь у меня цветут лилии. Вот такая вот красоточка. Руди ее затоптал. И вот такая вот невероятно огромные цветы. Просто восторг. Тут у меня зреет смородина золотистая. Можно будет через недельку собирать. Здесь зреет красная. Тут она уже готовая. Ой, Руди. Ну и самое главное сейчас. Здесь у меня были лилейники. Но кто-то их пожирает. Это не страшно. Самое главное, вот тут моя компостно-огородная часть. Уже скоро буду разбирать это все, убирать. Свою функцию они выполнили. Ой, голодающий. Посмотрите, какой роскошный лилейник. Он такой густо бордовый, почти черный. Да. Такая красота. Сегодня мне предстоит огромная работа. Надо будет, во-первых, все это отсохшее убрать. Потом мне надо будет съездить купить лесную землю, перемешать ее с универсальной и засыпать пруд. Да, посадить еще сюда очередные помидоры. Смородинка. Double Delight, мой любимый, цветет. Позавчера участок обрабатывали от комаров. Так что, ну, заодно обработали теплицу актеликом. Я еще туда не заглядывала. Ой, какая ванизма тут стоит до сих пор. Ну, посмотрите. Еще одна стрелочка запоздалая. Фуф. Там еще одна. Ой, нет. Сегодня еще здесь находиться нельзя. И вон там цветет одна стрелочка в самом углу. Это из дверей. Вон там еще одна стрелочка пошла. Ой. Значит, полив будет только завтра у них. Потому что сюда зайти невозможно. Воняет по-страшному. Еще у меня вот такие красавицы лилии гигантские цветут. Тут три штуки, одна упала. И там еще две штуки цветут. Вот. Эльф уже почти закончил цветение. Его можно будет уже обрезать. Такая прелесть. Вот это все сейчас будет обрезаться. Эта ветка обрежется, потому что она падает. Вон там лилия упала. И эта часть будет обрезаться для прохода. Также будет обрезаться вот тут все, потому что ходить невозможно. Приедут скоро мои дети. Труди. Ух, сыкун. Ну и вот. Урожай. Тут у меня уже зреет один перчик.
Несколько еще завязалось. Вот. Не буду пока трогать. Пусть сам отвалит. Итого я вчера насчитала 34 помидора. Может, даже больше, потому что я сейчас увидела снизу еще одну веточку. Да, 34 помидора и 24 перчика у меня завязаны тут. Вот. Вот. Так как я только начинающий огородник, даже такие вот мелочи, для меня это дикий восторг. Вот тут. Вот тут веточка. Это зеленые черри. То есть буду пугать ими соседей. Тут, по-моему, красные или оранжевые длинные. Тоже какие-то кругленькие. Это все, естественно, я сегодня подтяну, чтобы помидоры не болтались. И кое у кого не было желания на них пописать. Да, это все приподнимется. Сейчас это все помою, отмою, потом. Вот еще одна сегодня обнаружена новая помидоринка. Вот такая вот прелесть у меня растет. Красота. Огурчик один, не знаю, завязался, не завязался, так и стоит после цветения. Ну, я жду остальные. Может, процветут. Так. Я из-за того, что солнце яркое, даже тут в тени, я иногда не вижу, что творится в камере, поэтому иногда выхожу за рамки. Вот так. Ну и тут дайкон почти созрели семена. Тут имбирь идет вовсю. Уже 4 штучки. Бок чой вот-вот дозреет. Там шпинат растет у меня. Здесь острый перчик. И вот начинает цвести шапочка бишопа. Это один из самых острых перцев. Вот. Листья это старые, которые дома зимовали. Так. Ну, пекинскую капусту кто-то собрал семена до меня. В пруду там еще одна стоит. Здесь у меня фактически... О, тут у меня тоже помидоры пошли, по-моему, расти. Хотя тут сюда ничего не кидала. Ну, раз пошли, пускай растут. Мне что, плохо, что ли? Вот укропчик. Риган. Как бы базилик называют, да? Там тоже что-то выросло непонятное. Пока пусть растет, потом посмотрим. Да, это я уже собиралась выбрасывать в пруд. Создать этот зон, чтобы посадить сюда сеянцы. Ну, как видим, тут уже растут. Скорее всего, я просто выкопаю и перенесу в пруд. А вазон мне нужен будет, потому что там у меня